Всем доброе утро. Проснулись, улыбнулись, что называется. Сегодня будем проводить день со мной. Знаете, хочется снять такой влогик, как старые добрые, что называется. Друзья, сегодня у меня такой полурабочий день намечается. Сегодня мне нужно снять интеграцию, как-то подготовить волосы для этой интеграции. Я пока что думаю, что я сделаю, потому что голова у меня не шибко чистая. Я бы предпочла, как бы, возможно, зализанный какой-то пучок, хвост, потом помыть голову. А это первый момент. Второй момент. Я же делаю сейчас сайт по обучению. Тоже вам подробнее сегодня про это расскажу. Этим мне нужно будет сегодня заняться, но я не буду всем прям этим сегодня заниматься, так как у меня еще есть завтрашний день до защиты. Чтобы доделать все остальное. Потому что вчера и позавчера я целыми днями просто сидела. Я с утра до ночи вот так вот сидела. Я очень сильно устала. У меня уже просто нет сил. Я понимаю, что если еще я сегодня так посижу, я просто в окно. Также сегодня мне надо приготовить покушать. Также я хочу роллы безумно уже. Какой день я хочу безумно роллы. Поэтому сегодня, я думаю, я их закажу и схожу за ними. Конечно, немного нелогично, так как я буду в любом случае готовить поесть, но я очень сильно хочу роллы. Прям безумно сильно хочу. У нас на улице минус 30, я иду за роллами. Всем спасибо. Так, я немножечко переодела. Вот такой гель у меня есть Тафт. Я его не очень часто использую. Я в целом не очень часто стала как бы делать какие-то там зализанные прически. Но вот когда мне надо делать что-то такое, то я в целом выбираю его. Я сняла интеграцию. Теперь за монтаж. Дома, кстати, холодно, потому что на улице минус 30 с чем-то. Вот, и поэтому спасаемся обогревателями, что называется. Ну, не сильно помогает что-то. Уже обогреватель буквально к себе пододвинула, но что-то не шибко-то он меня греет, если честно. Нужно мне смонтировать. Сейчас будет интеграцию, отправить ее на согласование. Также вообще надо сделать интро для видео. Еще нужно заказать будут продукты. Там молоко, вот это все. Хотя, кстати, я сейчас не пью молоко. Точнее, как? Мне очень понравилось какао в последнее время, поэтому молоко хочется из-за какао. Но кофе я не пью. Мы решили просто с моим эндокринологом, это надо убрать, да, по-моему, провести просто эксперимент. Как мне будет, как без молока, как я себя буду чувствовать и прочее. У меня есть просто подозрение, что у меня какая-то есть реакция на лактозу. Я взяла себе банан. Никому не рекомендую так питаться, как я это делаю, но... К сожалению, часто я забываю поесть или хочу есть, но у меня нет времени как бы готовить, поэтому сейчас закажу продукты. Ну, там немного, мне не особо ничего не надо на самом деле, потому что как-то все есть на самом деле. Сейчас, кстати, собираю сайт, так это выглядит. Вообще был изначальный вариант, сейчас покажу, вот такой. То есть вот с такими цветами. Ну, попросили все поменять, поэтому поменяли. Вот я сейчас главную страничку тоже меняла на мобильном. Будет вот такая вот фотография просто. В целом довольно интересно. Ну, в общем, на телефоне это лучше выглядит, чем здесь. Хочу вот посмотреть, как это будет смотреться на разных устройствах. Меня вот Pro интересует. И у меня это тоже не так смотрится. То есть у меня 14 Pro, но у меня вообще не так выглядит. На протяжении всего влога я еще не раз буду упоминать, что делаю итоговую работу на курсе по веб-дизайну от Осмысли, и в конце влога вы также можете послушать мои эмоции как бы сразу после защиты итоговой работы. Хочу сразу сказать, что обучение мне безумно понравилось, и это был мой первый опыт такого долгого погружения в профессию. 3 месяца на самом деле пролетели просто незаметно. Все уроки были очень доступные и понятные, без воды, что после просмотра как-то даже вопросов-то и не оставалось. Домашки было делать просто одно удовольствие, потому что сами задания были безумно интересные. Вот, например, одно из заданий это было сделать сайт для гончарной мастерской. Таким образом, у меня получилось воплотить в жизнь свой первый заказ.
Это сайт для школы хореографов, и все знания, которые давались на курсе, пригодились мне как раз-таки при создании сайта. Куратор — это просто моя отдельная любовь, потому что Вероника отвечала на все вопросы, которые возникали. Очень сильно помогла мне с итоговой работой как раз-таки, а также поддерживала всех нас на протяжении всего обучения, и поэтому, если вы хотите развиваться и работать в диджитал-сфере, то дизайн — отличный выбор. Также у вас в мысли появился очень классный тест, который поможет вам понять, подойдет вам сфера дизайна или нет. Его можно пройти на сайте. И после прохождения школы дарит полезные материалы и даже возможность бесплатной консультации с экспертом. Очень рекомендую попробовать, ссылочку я оставлю в описании под видео. Но если же сфера дизайна вас не особо интересует, или вам, допустим, нравится SMM-сфера, или любая другая, то у меня есть промокод на скидку 20%, он будет написан на экране, он дает вам скидочку непосредственно на любой курс, в смысле также на любой тариф. Поэтому ссылка будет в описании под видео. Сходила за роллами. Иду домой, у нас такой просто морозище, который себе связал. Очень тепло у них. Записала такая счастливая кусочек, что иду домой. Что вы думаете? У меня все руки в суперклее. Почему? А потому что у меня сломался ключ, я не могла открыть дверь. И мне Денис изначально сказал купить пассатижи. Я их купила, ими я вытащила ключ из двери. Но я не додумалась, что можно покрутить и пассатижи мне открыть. Вообще, я думала, что не получается. Получилось. Как теперь убрать клей с рук, я, честно говоря, ума не приложу. Я очень злая, потому что я хотела спокойненько посидеть, покушать роллы, разобрать сушилку, закинуть стирку. Сейчас единственная проблема, которая меня волнует, это как убрать клей с пальцев. Я очень счастлива, что сейчас я наконец-то поем роллы. Безумно хотела я роллы еще, как бы. Хоть ты тресни, что называется. Сейчас у меня фокус придет в себя. Еще такой напиточек у меня. Короче, мои горячие уже, которые остыли, мне кажется, это какие-то... Не, еще теплые. Относительно. Ой, как же они называются-то? Что вам скажу? Я такие не пробовала, вот решила взять. Мне кажется, они вкусные будут. А, это Хоккайдо Темпура. Это слабосоленый лосось, сливочный плавленый сыр. Мне кажется, звучит вкусно, выглядит в целом тоже. И также две порции Филадельфии классической. Обожаю Филадельфию, это мои самые любимые роллы, просто самые. Я готова их всегда есть. И сейчас вот, это мой, кстати говоря, любимый магазин. Магазин суши-бар, имбирь называется. Может быть, кто в Новосибирске живет, может быть, вы слышали. Я не знаю во всех ли так филиалах, но уже довольно продолжительное время, ну, то есть где-то несколько месяцев у них действует такая акция, типа ты берешь именно раздельно, не сеты, а вот отдельно. Допустим, вот я беру две Филадельфии и вот эти вот Хоккайдо Темпура, и мне это все выходит в 600 рублей. Филадельфия стоит по 300 рублей, то есть, короче, ты берешь типа три по цене двух. Вот, как бы скидка действует на то, на самую маленькую позицию. То есть, допустим, если Хоккайдо Темпура стоит 250, Филадельфия по 300, то скидка вычитается именно с Хоккайдо. Вот. И это действует только на самовывоз. Я бы хрен бы пошла вообще за роллами, если бы не была вот эта скидочка шикарная. Да, сейчас у меня план такой, доделать интеграцию. Мне там буквально чуть-чуть осталось, минут только на 15, может быть. Вот. И прислать эту интеграцию, собственно, на согласование. Ну, короче, да. Еще я очень люблю имбирь. Мне не нравится имбирь, который не окрашенный. Я не знаю, невкусный какой-то. Вы знали вообще, что бывает не окрашенный имбирь, между прочим? Кстати, вот эти Хоккайдо Темпура выглядят вот таким образом. Ну, Филадельфия, понятно, Филадельфия, она всегда вкусная. Ну, точнее как, наоборот, тяжело сделать, мне кажется, вкусную Филадельфию. Но имбиря получается. Блин, выглядит как реклама, друзья, это не реклама, не беспокойтесь. Так, и мне интересно вот эти попробовать. Начала вот мяско нарезать, буду гуляшек делать. Вот, тут, по идее, примерно на 3 порции. Гарик смотрит, как завороженное на мясо. Я ему дала там 2 кусочка. Он до этого не ел, а сейчас что-то съел. Вот, сейчас еще порежу лук. Сюда я его здесь пожарю, потом закину мясо, томатную пасту, воду. Я оставлю ссылку на рецепт, я по нему, правда, еще не готовила, но я надеюсь, что получится вкусно. Ну, по идее, у меня где-то час уйдет, чтобы мясо сделать. И еще макароны сварю. Делась роллами и просто
У меня полный живот. Но я сейчас как раз таки есть и не буду. Типа, я поем уже завтра, скорее всего. А Денис поест сегодня и завтра. И вот там это как раз 3 порции получается. Лук. Вообще, я не могу есть лук, ну, именно когда люди его другие готовят. Если в блюде добавлен лук, то это все, это просто рип. Но когда готовлю я, у меня как-то что-то, как-то, видимо, мало я его режу, я думаю. Но мне, у меня он нравится, и он в тему. Кстати, вот такой гуляшек по итогу получился. Выглядит, может быть, не очень красиво, но это очень вкусно. И макароны. Я на хозяйническом. Всем доброго утречка. У меня сегодня снова работа будет. Как обычно, все клубнично, что называется. Мне надо по сайту кое-что доделать. Там вообще супер мало. Вот, проверить просто, все ли я там правильно поставила. И так далее. Оплату я буду уже после обучения настраивать. Пока что в целом не горит. Вот, это первое. Второе. Надо мне также карту сайта перенести в Фигму, там кое-что подправить. А, еще мне надо интро для видео сделать. Я его вчера не сделала. И оставшийся план на день у меня будет вязать варежку. Такую. Я вяжу варежки из пуха норки на заказ. Я уже шапочку связала. Вот варежки начала. Так они... Так, видно? Короче, резиночкой просто, и там варежка. Я оставлю ссылку, кстати, на пух норки, который я взяла. Цвет белый, такая этикеточка. Я не показывала. Да, я в Телеграме рассказывала об этом. Кстати, заглядывая в Телеграм, я там все же почаще появляюсь, чем здесь. А я связала образцы из кашемира. Но, как мне написали, я согласна с этим, что это вообще, типа... Короче, не итальянский кашемир, понятное дело, он китайский. В общем, вот так цвет выглядит правильнее. Вот, это я, получается, связала лицевую гладь, и также я связала резиночку 2 на 2. У меня будет свитерок. Я вязала в 2 основные, одну дополнительную. Сейчас покажу, как моточки выглядят. Очень красивый цвет такой. Красивый коричневый, я бы так его назвала. Это уже после ВТО немножечко пух выпустила пряжа. По размеру оно никак не изменилось. В целом, как бы, кашемир, понятное дело, сколько не стоит. И как мне объяснили вроде в комментариях, что это синтетический кашемир. Вот такая этикеточка. Аурум кашемир. У этого продавца, у которого я заказывала, вот у меня цвет 923. 110 метров 100, ой, в 50 граммах. А, получается, в цвет также идет дополнительная нить. Дополнительная нить... Да, господи, извините, у меня фокус очень сильно скачет, потому что это все ваши эти айфоны, блин. Так, видно... Короче, вот так ниточка выглядит. Она безумно мягкая на ощупь. Я вязала в 2 основные и одну вот такую. Мне очень нравится, как получилось. Резиночку держит хорошо, выглядит вообще супер. Резинку такой вот маленький образец просто связала. Вот. У меня получается всего 10 мотков. Это 500 грамм. Я думаю, мне вообще хватит за глаза. Потому что там у производителя самого написано, что типа, ну, расход небольшой, короче, получается в целом. Он еще у других есть этот кашемир. Он у других дороже стоит. Может, он отличается чем-то, я не знаю. Ну, в общем, 5 мотков стоит 1400, при том, что это, по-моему, еще именно этот цвет дороже. А, короче, вообще пишут, типа, 95% кашемир, 5% полиамид. Честно говоря, не очень верят. Я, конечно, в жизни не щупала кашемир, но, на мой взгляд, он должен быть другого немножечко, будто по ощущениям как-то. Но она безумно приятная, эта пряжа вообще не колется. Ее хоть в глазнице 3, она вообще безумно мягкая. И вот еще один состав, который я видела у другого продавца, он здесь его вставили, там что-то вискоза, кашемир тоже, шерсть мериносовая. Мне кажется, это больше похоже на правду, потому что кашемир, я знаю, что он очень хорошо раскрывается. Я не могу сказать, что здесь полотно раскрылось. То есть оно как и было изначально ровное, так и осталось ровное как бы. И, скорее всего, я его свяжу с разрезами по бокам. Я буду, скорее всего, вязать его, я себе сделала вообще замеры, по свитеру, который мне нравится, который на мне хорошо сидит. Поэтому начну его вязать, конечно же, когда свяжу варежку себе. Потому что пока что мне надо закончить варежки. Вяжу я, кстати, на таких коротеньких спицах. Я их уже 100 раз, мне кажется, показывала. Это Джинджер от Knit Pro. Ультра короткие вот такие малюсенькие спицы. Я заказывала на ВБ. Они сейчас что-то стоят по 3 с чем-то тысячи, этот набор. Тут получается от 3 до 6 миллиметров размера. Я пользуюсь в основном 3, 3,5, иногда 4. Вот вам, кстати, варежки поближе. Вот видите, резинка, она какая-то не резинистая.
Типа, хочется, чтобы она более плотная, что ли, была. А для этого, мне кажется, нужны чулочные спицы. Потому что на Magic Loop она у меня еще более растянутая. А это я вот уже на этих вязала. Короче, не знаю. Я думаю, чулочные надо купить. И вот здесь я уже начала пальчик прибавки делать. Сажусь за работу. Сегодня вы, скорее всего, у меня будете в очках лицезреть, потому что мне лень надевать линзы, честно говоря. Вот и только если я куда-то пойду, допустим, в Озон, если мне мои посылки все-таки придут, почему-то задерживают их, то тогда я, конечно, одену линзы, потому что в очках очень неудобно. Нужно сделать анализ социальный. Целевой аудитории и конкурентов. Не знаю, почему я сразу это не сделала, я вообще про это забыла, честно говоря. Карту сайта. Хочу перенести Фигму, она у меня в Мира. Вот я тут писала себе мини-презентации. Но я так подумала, что я не буду никакую презентацию делать. Мне вообще сказали, что в целом этого даже не надо делать. То есть это вообще не обязательно. Просто я почему-то подумала, что это как бы будто надо, короче, сделать. Что так как-то это будет проходить. Вот, я просто себе текст накатаю в заметках, что мне какие-то основные мысли, которые я хочу сказать, и если что, буду на них плюс-минус опираться. Также надо по другим некоторым рабочим моментам... А, вот мне надо интро смонтировать также для влога. Я не могу, мне хочется как-то волосы заколоть. Но они мне что-то не закалываются нормально. Также я думаю сегодня маникюры сделать. Но я вот ездила на прошлой неделе, в субботу на маникюр. Я сейчас делаю просто без покрытия, мне так больше всего нравится, больше всего мне так удобно. Не потому, что мне денег жалко, а потому, что просто я понимаю, что я с покрытием не могу ходить. У меня они растут не по дням, а по часам. Чтобы вы понимали, я их обрезала, ну, то есть мне их выпилили в корень. Они выросли меньше, чем за неделю. Выросли. И мне уже неудобно, мне уже некомфортно так. При том, что мне сейчас, может быть, шумит на фоне, скорее всего, это обогреватель дует. Но он так просто температуру в комнате нагоняет, потому что если я его направлю на себя, то мне жарко будет. А так, хоть это относительное какое-то тепло. Все, короче, садимся работать. То я так очень много разглагольствую, потому что я очень люблю разговаривать. Работу никто не отменял. У меня корпоратив на следующей неделе, попросили с собой колпак. Я взяла с собой, вот колпак заказала. Также я заказала пакеты, потому что у меня закончились такие крафтовые. Я взяла вот этот раз белый, я до этого брала... До этого я брала бежевые, ну просто крафтовые. В этот раз я взяла белые крафтовые. Красненькую, у меня есть белая ленточка. Мне кажется, будет красиво смотреться с красной бумагой. Я просто посмотрела цены на бумагу, типа упаковочную на Озоне новогоднюю. И как-то она очень дорого стоит. Очень дорого. Сделала все свои дела, ну кроме интро для видео. А сейчас вообще я пытаюсь разобраться, почему у меня не работает камера. То есть мне же в зуме она нужна будет, и почему-то она у меня не работает. Короче, не могу понять, а я как бы хотела бы завтра вот защищаться с камерой. У меня есть дополнительный вариант открыть камеру на телефоне, допустим, типа. А на ноутбуке демонстрацию пока. Соответственно, звук у меня будет тоже с телефона. И как бы демонстрация... Ой, звук с телефона, камера с телефона, демонстрация экрана с ноутбука. Вот. У меня язык подвязный, конечно, найду о чем рассказать. Я просто хотела сейчас подготовиться, типа, по времени понять, сколько мне это займет. Я, в общем, сейчас на микрофон посмотрела, как запись будет идти. Звук, конечно, с микрофона просто топовый. Наверное, завтра буду с микрофоном сидеть. Потому что у меня просто ноутбук очень сильно шуметь начинает. И так как динамик находится в ноутбуке, как будто это будет очень сильно слышно. В 10 минут я не укладываюсь. Я постараюсь как бы вначале меньше разглагольствовать. Вот, про там мудборд и так далее. Потому что как-то я уже поняла, что я в 10 минут... Я, короче, просто люблю очень сильно разговаривать. И мне вот как бы наговорить там очень много чего могу сказать просто о своей работе. Вот.
Об этом, я думаю, пару слов приветственных каких-то как бы скажу. Все, остальное в целом все будет видно на экране. Поэтому вот так, короче. Сейчас еще некоторые, наверное, правочки в сайт внесу. Там, может быть, размер текста поменяю на мобильной версии, наверное. У нас такая зима, конечно, я думаю, мусоров кидывается. Сегодня, кстати, теплее. Сегодня уже минус 15, вчера было минус 26, по-моему. Сегодня вот минус 15. Я пошла в зону, чтобы набрать посадки. Я люблю, когда снег хрустит. И что я хотела еще сказать? Я вообще думала, до Марии Рады идти на память. Просто. Ну, тут чуть-чуть, 3 минуты. Вот, ну, не знаю, честно говоря. Шапка такая смешная. Я думала, у меня она мне огромная будет. Но она, кстати, мне вообще нормально, типа. Жить можно, так сказать. По-моему, я неправильно делаю. Хотя, не знаю, смешная шапка, короче. Также я забрала пакеты, как я сказала. Такие вот обычные белые, крафтовые. Это универсальный размер для таких маленьких заказов. Типа там шапочка и варежки, да? Вот. Бумагу красную забрала. Она прям красная, прям классический красный у нее цвет. Ну и все. Ничего еще не закончилось в предыдущем видео. Я никак не могу начать эту жилетку, в общем. Мне кажется... жилетку, наверное, которая Lucky Pieces, я сразу же, наверное, начну. Сейчас села подредактировать всякие моментики для видео. Вот. Кстати, сейчас хочу посмотреть, как с камеры будет смотреться. Я просто ноутбук на подставку поставила, потому что у меня видео сохранилось, чтобы он как бы не взлетел у меня, что называется. Вот. А мне интересно, как будет камера на меня смотреть, потому что когда у меня стояла не на подставке, было как-то не очень. Потренировалась еще раз защиту, что я хочу рассказать. В целом я уложилась в 7 минут. Ну, конечно, блин, меня расстраивает то, что не могу более подробно что-то рассказать, потому что всего так много, и хочется как бы все затронуть, будто бы. Вот, но я понимаю, что это, ну, не то чтобы бесполезно делать, но типа вот я вообще не волнуюсь, мне вообще до фени, честно говоря, потому что защита ни на что не влияет, я в любом случае получу сертификат о прохождении курса, это просто формальность как бы. Реально, я так вот к таким моментам, типа... где надо перед людьми выступать, я так спокойно стала относиться со временем. Мне вот вообще реально фиолетово совершенно. Я просто понимаю, что, ну, я же все знаю. Ну, чего мне волноваться? А что тут знать тем более? Блин, я сама эту работу делала, как бы. Никто не помогал, ну, в плане, что за меня не делали эту работу, да? Мне, конечно, помогали, потому что я какие-то вопросы спрашивала. Покажу вам, короче, со вспышкой, потому что я по итогу просто прозрачным накрасила. Вот лаком, который от IQ Beauty, потому что я что-то начала красить, мне не понравилось. И что-то я попробовала буквально, типа, не знаю, 2 лака накрасить, по-моему, да? Ну, где-то так. Мешочек достала, это мешочки, это пыльники от Ук моих. Я сюда ни разу, кстати, уги не клала, потому что они вообще идеально чистые. Я подумала, а почему бы не сделать это проектным мешочком? Начать свитер. Начну вязать, потому что сейчас я вяжу варежки. Тут у меня пряжа осталась. В целом я почти доделала. Вот так они выглядят. Сейчас такие вот пушистики. Очень красиво. Блин, вспышка вообще супер выглядит. И вот мои расчеты. Вот такая, кстати, у меня плотность получилась. Так, это... гладь вот после ВТО такая. Она в целом плюс-минус такая же, какая была. Какие у меня расчеты? Это японское плечо я буду вязать. Очень мне нравится конструкция японского плеча. Просто обожаю. Спереди вот так примерно планирую. Сейчас спинку начну вязать. Буду вязать вот до этого момента. Момента, когда надо будет соединять в круг. Это внимание на то, как стирается патрон при частом использовании спицы. Это просто вот 3,5. Я просто все последние проекты вязала на 3,5. Вот этот у меня гладь 3,5, резинка 3. Это вот этот вот коричневый кардиган, да, я вяжу. Потом свитер Денис, вот я тут тоже новую модель рассчитала. Тоже резинка 3, гладь 3,5. Вот я карди оранжевый вязала себе. В одном из предыдущих логов показывала. Тоже 3,5, 3. Мне просто это самые ходовые размеры. Вот. Такая у меня схема. Вдруг кому еще интересно, если вы что-то в этом поймете, то можете заскринить, по ней вязать. Я вообще так соскучилась по вязанию, потому что я просто последние сколько, ну, 2 недели я вообще, мне кажется, не вязала. Я болела,
Я не вязала. У меня вообще не было сил ничего делать. То есть, на меня настолько плохо было, что мне вязание в руки не хотелось брать, а это для меня очень странно. Мне немного надоело полосатый джемпер вязать, честно говоря. Уже устала эти полоски вывязывать. Вот, это первое. Второе, это то, что просто как-то мне кроме полосатого джемпера нечего было больше вязать. Вот. А потом приехала мне эта пряжа. У меня до нее руки не доходили, потому что у меня работы очень много было. Я сайт делала. Это и работа, и учеба моя. Потом я отвлеклась вот на варежки, начать их вязать, потому что это заказ, и как бы свитер не горит мне сейчас. Но джемпер полосатый все равно надо продолжать вязать, потому что нужно будет выложить это видео, мне кажется, где-то до середины января. О том, как я вяжу джемпер, просто мне хочется его закончить уже. Уж очень долго эта вся история с этим джемпером тянется. Встретимся через неделю в лучшей передаче на свете. Шоу, которое мы все так сильно любим. Шоу личного пространства. Далее на канале Саманта и ребята зададут жару в сериале «Северяне». Просто первое, что я вижу, открыв глаза, это то, сколько рабочих сообщений мне пришло. Один чат за просто там какой-то, я не знаю что. Потом один и тот же человек написал мне в два разных мессенджера по двум разным вопросам. Я на это смотрю и думаю, господи, откуда? Поэтому сегодня у меня работа. И опять основа, что называется. Кстати, вот столько я вчера связала, очень мало. Эта пряжа вяжется просто вечность. Вроде бы и хорошо, что она мягкая, но ее из-за этого немного неудобно вязать, потому что она скользит, хотя я вяжу на дереве даже. Сильно хотела вот этот мармелад. Я очень сильно люблю. На мой взгляд, он вообще один из самых кислых таких, что есть как бы просто в свободном доступе в продаже. Я заказала в Магните заказ. То есть там продуктики что-то, и положила еще этот мармелад. Что вы думаете? Я заказ просто реально ради этого мармелада только оформляла. Его убрали. То есть мне не позвонили, мне не сказали, типа, что мы убираем. У них это второй раз уже так. Когда мы болели с Денисом, я заказывала доставку, мы там всякие пюре заказали, типа, вот эти, знаете, фрутоняне и так далее. Нам просто половину перепутали, убрали просто кучу всего. Я вот так на это сижу, смотрю, ну, я, типа, в поддержку написала, тудым-сюдым. И это было именно, типа, через Сбермаркет, через Магнит. А вот в Пятерке через Сбермаркет такого не происходит. Почему я сразу Пятерку не заказала, я не знаю. Вот сейчас по итогу я только ради мармелада заказала, блин, заказ сделала, точнее. И, кстати, есть такие вот новогодние подарки сладкие. Мне вообще никто их никогда не дарил. Я не знаю, почему. Это такая прикольная вещь. Вот эта коробочка стоила что-то 170 рублей. Тут, получается, идет в этом... Сейчас вам скажу, что. Вот такой вот подарочек, что-то 170 рублей. Блин, ну это так мило выглядит. Это же просто приятно даже просто вот подарить как факт. Кстати, надо еще такой заказать будет один. Я в подарок его тоже положу на Новый год. Вот тут Kinder Country идет. Блин, ну это реально. Там еще причем есть такие мешки прям огромные, где куча всего разного. Kinder Maxi. И также здесь еще вот просто обычный шоколад. У меня вообще же был такой период, что я не могла есть шоколад вообще никакой. И сейчас я могу есть Kinder. Мне по вкусу он нормальный снова стал. Но я не могу есть всякие типа Alpen Gold, Milka. Что там еще есть вот эти вот... Макс Фан, по-моему, тоже Альпин Гольд. Короче, могу только Киндер есть и Баунти. Но и то немного Баунти слишком сладкий. А вот это нормально, типа не прям очень сладко. И мне еще в последнее время нравится. Я по соображениям от эндокринолога не пью молоко, но я не могу удержаться перед какао. Это, кстати, замена Несквику. Обзор чисто просто того, что я люблю сладкого. Это такой какао-порошок. Блин, две ложки на кружку. Не на такую маленькую, правда, вот побольше. Вот такого размера, где-то 0,4, может быть. Я маленькую сейчас хочу себе сделать. Просто молоко горячее. Туда вот две ложечки такого размешали. Все, в космос улетели. Если вам будет интересно, шапочка выглядит таким образом. Правда, нитки еще не убирала. Такую шапочку, кстати, можно заказать. У нее отворот не фиксированный. То есть вы можете как бы делать вообще какой хотите отворот. Какова шапка? Она очень прям такая плотненькая, хорошая, такая пушистая.
Начала вязать пальчик. Блин, мне так нравится пухнорки, он такой пушистый. Видео, кстати, я оставляла каким-то еще из видео. Я сделала, между прочим, укладочку, чтобы как человек выглядеть просто. Такая вот, ну такая легкая. Просто вот так подкрутила. Такая пушистенькая. Мне нравится то, что резинка растягивается, конечно. Таки в глади она как-то побольше держится. Надо просто как-то плотнее ее вязать, чтобы она такая резинкой была прям. У меня закончилась защита, я защитилась. Ну нет, на самом деле не было ничего сложного, это никак. В колледже, типа, тебе ставят там оценку, и вообще ты провалил защиту. Ну, короче, нет, вообще не так, все супер легко. А я была первая, потому что я хотела первая отстреляться и забыть про это. Просто мне проще первой, потому что вот сейчас 2 часа это все происходило, пока человек расскажет о себе. На своем практике, точнее, пока там как бы эксперт даст какую-то связь обратно, короче, это все вот так вот канитель, я не представляю, как я бы просто последнее бы что-то говорила, потому что у меня просто, боже, все, мозги в кучу были бы. Вот, я хотела записать, как я защищаюсь, но я забыла. Вот, я 7 минут просто четко по делу говорила, какой у меня проект. Потому что я перед этим реально, ну, я 6 раз тренировалась говорить на таймер, причем, типа, чтобы уложиться во время, чтобы все круто по делу сказать, что я, кто я, типа, тудым-сюдым, короче. И за это время, чтобы вы понимали, пока у нас была защита, я смотрела параллельно как бы проекты, я связала пол варежки. Как бы, excuse me, просто 2 часа я связала пол варежки. Получается, еще 2 часа, и я ее довяжу, да? Такая логика, по идее. Я очень рада работе, которая получилась. Осталось только будет подключить оплату к сайту. Но пока что этого не делала. Вот. И в целом все. В остальном я вообще всем супер довольна. Курсом я очень довольна вообще. Куратором Вероника, это наш куратор была. Боже, она просто, просто зайчик. Вот просто зайчик. Это такой человек, ну я не знаю, меня интересовали, до которых я не вдупляла как бы сама уже. И поэтому в этом плане помощь куратора — это просто супер. Вот. Всем рекомендую тариф с куратором, что называется. Жалею, что на созвонах, которые у нас были до этого, я там не включала микрофон. Короче, как-то мы не беседовали. Я будто стеснялась немножечко, честно говоря. Но на самом деле вот последние разы я постоянно что-то говорю. Короче, это такая связь какая-то. И есть же еще вот в Екатеринбурге офлайн-курсы. Блин, мне кажется, это так прикольно, офлайн, то есть ты вообще приходишь прям и защищаешься, типа. Ну, короче, это вообще очень классно, я безумно рада, я обожаю смысле, друзья, я просто фанатка. Потому что это очень классный опыт, и я безумно благодарна за то, что у меня есть возможность этот классный опыт пробовать. Ну, ты же популярнее, чем папа твой. Прости. Да не, это популярный заяц, конечно. Если бы не ты, мы бы сейчас это в забвении были. Не мочишься, а ты просто какаешь. Ну не писай. Итак, я своей подружке еще прикупила. Тут мне тут на комоде я разложила просто это все. Помаду вот такую она хотела. У меня, кстати, есть точно такая же. Очень клевая помада. Вот Influence Beauty. Это, по-моему, 02 оттенок. Или у меня 01, я не помню, честно говоря. Есть такие помады есть. Я все брала, что в ее вишлисте было. Там у нее разные категории, я вот выбрала. У меня получается такая часть немножечко с косметикой и немножечко часть с благовониями, потому что она эту тему любит, поэтому я это, собственно, все и заказала. Потом карандашик. У меня тоже там такой был шут 48 оттенок. У меня тоже, кстати говоря, такой есть. Очень прикольный карандаш. И Stellery карандашик. 10 оттенок. Тоже очень классный. Также вот я, как я и сказала, заказала благовония. Блин, они в такой прикольной упаковке. Сазона. Просто посмотрите. Я Гэри закрыла в шкафу, потому что он постоянно залазит в шкаф. Я постоянно забываю, что он там сидит. Также продаются такие сладенькие подарочки. Наполнение. Так, а вот шоколад молочный. Kinder Country здесь. Потом Kinder вот эти палочки. И Kinder Maxi. Такая вот подставочка. Сюда вот ставится благовоние. Вот такая гипсовая. Прикольно выглядит на самом деле. Вот я сейчас хочу это все упаковать. Блин, на самом деле, вот когда... типа вещь в подарке не очень большая, но как бы она имеет как бы ценность какую-то, да, для человека. От этого очень тяжело. Точнее, ну, мне как-то на это тяжело смотреть, что типа вот это как-то будто кажется увесистее, чем, не знаю, вот это, да. То есть, что как бы кажется, что чем больше по размеру подарок, типа, тем он лучше.
Понятное дело, у меня так это, понятное дело, не работает в мою сторону с подарками. Я вообще всегда всему рада. Просто главное по-вежливости все покупать. Вот. Как бы с другими я почему-то думаю, блин, наверное, не понравится. Наверное, что-то не то взял. Хотя я тоже покупала все по вежливости. Я вообще не понимаю людей, у которых, допустим... Я не понимаю людей, которые дарят подарки людям, у которых есть вишлист, и они дарят что-то на свое усмотрение. Типа, зачем? Вот у меня, допустим, вишлист, если что. Подарки там просто начинаются от 200 рублей, мне кажется. Там бюджеты совершенно любые под всех подходят. Есть как очень бюджетные, есть как среднего сегмента, более дорогие. Короче, вообще на любой вкус и цвет, что называется. Но мне ни разу такого вроде бы не было, да, мне ни разу не дарили то, что я не хотела. Вот. Но мне постоянно сертификаты дарят. А мне так хочется, чтобы мне кто-нибудь подарил пряжу просто. У меня есть такая замечательная коробка. Еще со времен, когда я глиной занималась, я вот думаю. Но как-то благовония сюда, походу, не влезают. Остальное все сюда точно влезет. Но как-то будто не густо, да, смотрится. Ну нет, понятное дело, тут еще упаковка какая-то будет. Вот это я точно вынесу как-то, скорее всего, просто в пакетик. Хотя, не знаю, может быть, сюда тогда. А благовония как-то... Типа привязать их, может, к коробке. Есть вот такая замечательная вещь. Мне кажется, она хорошо сюда подойдет. Вот такую еще красную бумагу я купила. Я думаю, я ее отрежу, вот сюда положу. И сверху положу вот это. И будет супер. Вот так упаковала подарочек. По итогу у меня там получилась такая типа конфета из продуктов для губ. А также просто положила подставочку, так как, мне кажется, ее было... Ну, не было смысла особо упаковывать. Вот, это все равно бы кривенько немножечко смотрелось. И вот таким образом решила положить благовоние. Мне кажется, смотрится так очень миленько. Вот и бантик такой взяла. Большая вам ставка. У меня сегодня день уборки. Я наконец-то разобрала свою корзину. Выглядит как хаос, но на самом деле все понятно. Здесь у меня дневнички мои, ну как дневнички, блокнотики с записями всякими. Ручка тут валяется, просто вторая про запас. Здесь наборы спиц. Там на дне вот еще здесь маркеры лежат, но также у меня есть маркеры вот в этом вот. Короче, в этой штучке тут вот я все не могла придумать, куда мне щетку положить. Вот она здесь у меня будет лежать. Либо я думаю ее вот сюда переложить. Тут у меня то, что сейчас вижу проект, тут то, что планирую. Я же себе положила. Планирую связать кардиган с перьями. Короче, таким макаром-то выглядит все. Еще надо вот эту часть мне разобрать. Ну, как разобрать? Просто кое-что убрать. И вот проект сейчас, который я вижу. В углах у меня довольно-таки много, кстати. Спинка у меня продвинулась. Сейчас у меня получается 30-й ряд. Вот здесь. Еще 10 рядочков, и я буду делать прибавки. 14 рядов, и потом я уже буду вязать перед. Вот здесь начинать. Здесь наберу петли. Короче, довольно много связала. В целом неплохо выглядит полотно. То есть, где я держу нить с двойным захватом, у меня петли ровнее получаются. Но в целом нет, неплохо полотно выглядит, вообще хорошо. И вот эта часть, это то, что я сейчас уберу в ящик. У меня уже третий ящик сейчас пряжи пойдет, потому что в два остальных это просто уже не влазит. Это то, что остается от заказов или каких-то проектов. Это вот осталось от моего оранжевого кардигана. Я вообще планировала из этой пряжи жилетку связать. Такие моточки миленькие, маленькие. Короче, прикольно, кстати, пряжа хорошая. То я думаю, из нее жилеточку связать, потому что реально много осталось. Я упаковку просто заказывала. Джемпер свой вязаный дома постоянно носила вот последние дни. Просто как он закатался. Но эта пряжа, да, у нее есть такой косяк, что она скатывается. Но я вот сейчас рукавчик почистила немного. И вроде нормально. Хотела сказать, что я думаю, мы закончим влог на этом. Спасибо большое, что вы его посмотрели. Я надеюсь, что он вам понравился. И я вас очень сильно всех люблю. Мы увидимся уже очень скоро с вами в следующих видео.